Thank you.
Темный орех, тиковое масло, цвет темный орех. Вот такой, друзья, получился стул. Тяжелый капец ворочить его. Пока его красил, уже, блин, уж вспотел. Мне еще таких нужно покрасить. 4 штуки. Весь комплект скоро на канале будет. То есть стол уже вы видели, наверное. Кто посмотрел, ссылочку оставлю. Лавка была в этом же стиле медвежьем. И 4 стула. Вот их сколько еще красить. Капец. В общем, спасибо, кто досмотрел. Все очень просто, элементарно. Надеюсь, было понятно. Особенно, как вот сделать эту кривую спинку из одной доски. Обрезав и приставив сюда, сэкономив дерево. Всем спасибо и пока. Подписываемся, задаем вопросы, комментарии. Всем пока. Ну все, победил я эти стулья. Вручную, кто знает, это не пульверизатором красить. Вот такой вот столярный бизнес, друзья. И очень достаточно, могу вам сказать, прибыльный. Всем удачи и пока.